Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем сегодня проходить подземочки. Закончил я, по-моему, на 6-7 гарнизоном бегать. Сейчас попробуем. 6-6 мы пришли, попробуем 6-7 затащить. Честно говоря, не помню. Я вроде ее проходил. А может и нет. Ну, сейчас проверим. Состав у нас тот же. Ничего не менялось. Тотем я не деактивировал, как обычно. Ну, все, короче, через жопу сделано. Ну, что поделаешь. Пробуем, сливаемся. В общем, все вот так вот печально, походу. Ну, сейчас все будет. Сейчас зарешаем. Так, берем магию. Юниты у нас есть. Так, медузу убрали. Тотем. Стартуем. Тут, конечно, есть автопрокеры, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы героя вовремя, вот как я, кинуть щит. Ну и тут еще одна печалька, то что есть очень много дальников. Вот видите, вроде и замедлили, но немножко не хватило. Одержимый поснимал бафы, посливал героя. То же самое и гарпии. Их очень быстро задеваем, тоже сливают. Ну и плюс у меня сейчас на героях нету железной воли. Возможно, поэтому нам и сложно. Ну ладно, попробуем. Нам самое главное затащить на 2 звезды. По-моему, я ее проходил, честно говоря, уже. Что-то вылетело. Вот видите, опять тотем я не деактивировал. Хоть у меня есть оживы, у нас из-за того, что... А может, оживы помогут? Сейчас проверим это. Мне вряд ли помогут. Надо все-таки ставить железную волю и не париться. Железная воля, есть железная воля. Так, раз. Как видите, стан мешает очень. А так у нас есть там сколько, 16 секунд, по-моему. Сейчас посмотрим. 14 секунд вполне хватает до того времени, как с нас снимут баф. Ну, хотя одержимый может снять, но именно защиту он не снимет. Так, сейчас увидите разницу сразу же. Так, есть. Блин, такое чувство, что я тут подземку уже бегал. Может и нет. Ладно, сейчас проверим. Вот оттягиваем по максимуму, кидаем щит. Самое главное, конечно, чтобы они еще и забежали в этот щит. Но, как видите, не особо они спешат. Ну, вот одержимые. Вроде круто. Там чуть-чуть нам не хватило. Посмотрите, осталось 4 одержимых в центре. И они нам, как обычно, подосрали. Вот почему. Дальники, в принципе, против гарнизона очень хорошо. В моем случае, потому что гарнизон подбегает, и дальник уже при замедлении ледяхи будет бить. А вот если герои ближнего и мои дальники подбегают, это вообще кайф.
Ладно, пробуем. Еще разок. Стартуем, как обычно, с бочки. Так, ну давайте попробуем затянуть. Мне опять ангелы слили. Блин, да что ж вас так сливает, а? Видите, вроде из замедления сейчас есть, слили самого главного дамагера. Печально. Ну, думаю, сейчас по-любому затащим. Так, ну вроде нормально попали. Единственное, у нас снайпер сейчас сольется. Не? Отлично, огонь. Ну вот посмотрите, ой, отличненько. Вот так вот их наказали мы. Ну что, тут 3 звезды, думаю, будет. Изи просто. Да, тритончик решает. Видите, все, стан пропал, точнее скилл железной воли 14 секунд, и видите, сразу герои начали тупить. Ну, нам хватило этого, чтобы слить. Все, изи. Поехали дальше. Тут сейчас будет интересно. Вот тут будет интересно, да, вот здесь я намучился. Ну, в принципе. Поехали, попробуем. Тут, блин, столько автопрокеров. Даже не знаю, сейчас мы хоть и добежим до центра, у нас там дальше идут жесткие герои. И они нас сейчас просто унизят всех. Тритон, давай тащи их. 12%, ну! Твою ж мать, ну видите, чуть-чуть не хватило. На пол шишечки практически. Хоть бери, блин, и воодушевление ему обратно ставь. Сейчас мы ее жахнем. Да, 6-8, конечно, повеселей будет. Но нам надо хотя бы 50%. Хотя бы. Блин, и куча автопрокеров есть. Так, ладненько. Не ноем. Получаем. Разгончик. Где разгон? Вот, отлично, добежали. Ну. Блин, тут дальников дофига. Вот, хочешь, то и делай. Тыковка, конечно, это круто, что она осталась жить, но видите. 20% и не более. Сейчас надо что-то более интересное придумать. А что тут уже более интересное придумаешь? Только вариант, чтобы он включался и просто их тупо унижал. Так. Ну, поехали. Поехали, жахнем. Подтягиваем по максимуму. Так, да блин, твою мать, ну чё ж ты не попала в этот? Такой хороший заход, блин. Все. Ничего себе, вы видали, как он унизил?
Офигеть, вот это было, конечно, круто. Блин, 3 тона чуть-чуть не хватило, но уже 21%. Мы на верном пути, значит. Все-таки разброс нужен на них тоже. У меня снайпер с разбросом. Так. Поехали. Чуть-чуть надо, чтобы вольтик ниже пошел. Чтобы гарпия тоже забежала в морозку. Так, тотемы, тотемы, тотемы. Это у меня. Вот, отличненько. Где-то приблизительно так вот. Давай, иди, 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 иди сюда. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, разгон, разгон, разгон. Так, успели. Отличненько, успели, успели. Ну! Ну давайте. Блядь, Тритон, ты что делаешь? Твою ж мать, ну! Ну, кто будет убивать? 39-40. Череп, 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 по череп. Посмотрите, что летяха делает. Твою мать. Как обидно. Два черепа. Сорок один процент. Да, с черепами тут, конечно, будет лажа. Сейчас попробуем. Блин, надо было на ледяхе не чикабума. Нафиг тут чикабум. Вот так вот попробуем. Называется, поставил, блин. Одно лучше второго. Да, обидненько, однако. Почти. Давай, влетает сюда, отлично. Где-то так. Приблизительно можно даже еще дальше это дело делать. Так, давай, гарпия, иди сюда. Да, блин. Чё ж ты не попала? Сволочь. Ну, тут уже без вариантов, думаю, у нас. Да, тут без вариантов, хоть мы даже их почти убили. Да, жизнь, боль. Ребята, жизнь, боль. Так. Красавчик. Ладно, и кто покупать будет? Так, давай уходи чуть-чуть ниже. Блин, не хочет он особо ниже уходить. Ладно, пробуем так. Тут гарпия все нам мешает. Вот она попала, наконец-то. Наконец-то она попала. Ну забежите в щит. Щит, забежите в щит. Да что это такое, блин? Твою ж мать, ну так хорошо зашли. Блин, это жесть, конечно. Такой хороший заход просрали.
вообще огонь. Это был огонь. Так, давайте, добирайтесь, добирайтесь, гарпия. Есть. Щит. Оттянул. Замедление, ускорение. И пошли, пошли. Let's go, 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 go. Ай, вольт, бля. Так. Короче. Короче, ребят, ладно. Потом приду и попробую потрешу. Пишите комменты, подписывайтесь и ждите следующего видосика трешечка. Всем удачи, всем пока.